Перед початком великого юбилейного концерта камерного хору у Гомельской областной филармонии у холле драмтеатра шматлюдно. И, сдается, повсюль панует атмосфера особливой доброзачливости и урочистости. Сюда бесконцем потоком приходят знавцы хорового мастерства, горожане и гости областного центра. Приходят с кветками, веншавальными поштовками, самыми теплыми и щирыми словами подяки и пожаданию талиновитому коллективу. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, а вообще я работаю в этом прекрасном коллективе уже давно. Желаю творчества подъема на долгие-долгие годы. Очень сплоченный коллектив, все очень отработано, четкость. Еще много-много лет им, чтобы они также работали в таком составе и были в добром здравии все. То есть всех благ. Артиста у зала сустракают шлагом под аккомпанемент бесконцего шлейфа аплодисментов. С первых аккордов святочной программы глядачи окунаются у незабывный свет стародавних и хоровых романсов, неповторных шедевров русских и замежных композиторов, которые створают атмосферу узвышенности. Камерный хор Гомельской областной филармонии был заснован заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. На початку 80-х он стал первым профессийным коллективом этого жанра в Беларуси. С 1989 года мастацким керовником и головным дирижером камерного хора является заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Алена Соколова. Все свое життё она присвятила музыке, сапраўдной, выдатной, якостной, якая ведет слухача до узвышенного, узбагачая его духовно, уздымая над метуснёй. Под кіраўніцтвам Алены Соколовой коллектив досягнул высокого профессийного и мастацкого узроўню. Церковно-славянская духовная музыка, айчынная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и лепшие сусветные джазовые композиции. Сегодня в репертуаре камерного хора у Гомельской областной филармонии уся музычная палитра. И это одна из причин поспеху гомельских выканавцев. Лучше, конечно, всего, когда зритель сидит, слушает именно разные жанры. Когда вот в одно и то же, это, кажется, можно надоесть. Но мы стараемся именно разнообразить репертуар. Я думаю, в этом и успех. И хорошо его делать. Вот и все. Еще одна отметная творчая рыса коллективу уластивы только ему оригинальный тембр и разностайность мощных голосов. Сегодня 24 артисты выконывают музычные творы, которые написаны у разлику на куды больше значную колькость музыкантов. Задовольнение ни с чем не поравнальное. Это вот уникальный какой-то вот коллектив, который имеет свой тембр. Вот, как мы знаем, вот это тенор звучит, это баритон, там сопрано. То вот хор, их немного, а поют как большая капелла. Это очень... И вот эти именно голоса. Голоса плюс произведения. Разностайность репертуара и высокое выканальницкое майстерство зробили камерный хор Гомельской областной филармонии вядомым не только в Беларуси. Коллектив неодноразово выступал у России, Германии, Польши, Эстонии, Литве. Их завсёды щиро и душевно примают у многих краинах свету. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».